Продолжаем учиться читать. Урок 10 посвящен гласному звуку в безударном слоге. А. А. Этот звук есть и в русском языке. К примеру, в слове «комната». Вот последняя «а» – «комната». Вот она невнятная. Это неотчетливая «а» – «комната». И такой же звук «а». А. Есть и в английском языке, когда гласная буква в безударном положении находится. Обычно это передается буквосочетаниями «а», «иа», «оа» и буквами «а», «и», «ю». Сейчас запишите себе в тетрадку этот звук, как он транскрипционно передается, какими буквосочетаниями и буквами, и посмотрим с примерами. Particular, particular. Обратите внимание, ударение падает. Particular. И вот эти гласные звуки, буквосочетания, они в безударном положении, поэтому звучат невнятно. Particular, particular. Следующее слово, пример. Engineer, engineer. Traitor, traitor. Mirror. Advice. Tradition. Tradition. Miserly. Miserly. Success. Success. А теперь давайте потренируемся. Вначале вы ставьте видео на паузу, потренируйтесь. А теперь давайте проверим. Banker. Barber. Butter. Baker. Blunt. Boxer. Clever. Cluster. Cook. Grater. Cruiser. Customer. Danger, defender, employee, exercise, help, letter, lesser, liner, matter, offer, order, paper, planer, porter, player. Accord, account, appeal, approve, novel, novel, opera, pajamas, parker, paprika, sofa, tuna, viola, sector, sensor. Sculptor, stupa, survivor, tractor, tutor, vendor, visitor, visa, yoga, zebra, actor, aggressor, cantor. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и ждите выход следующего видео.